После испытания ванны на сопротивление температурным изменениям, эта же ванна подвергается испытанию на жесткость. Для этого по бортам ванны устанавливаем датчики и снимаем с них показания начальника. Данные показания заносим в протокол. Также датчик установлен на дне. С него также снимаем показания и записываем в протокол. Далее укладываем на дно ванны мешки по 25 кг. Всего укладывается 6 мешков общим весом 150 кг. Через 5 минут после того, как мешки были уложены, снимаются финальные показания с каждого датчика и заносятся в протокол. Также с донного датчика заносятся в протокол. После того, как финальные показания сняты, мешки и ванны убираются. Далее снимаются опять начальные показания каждого датчика, каждого борта и также дна. А мешки уже укладываются на дно, на середину дна. Также общим весом 150 кг. После укладки мешков выдерживается 5 минут. Через 5 минут снимаются показания с каждого датчика. Данные протоколируются. После того, как все данные посчитаны, мы видим, что ванна соответствует по всем показателям требованиям BIN EN 198.